Пожизненный срок может грозить Рахату Али. Его такое наказание предполагает австрийское законодательство. В случае, если вина бывшего казахстанского дипломата будет полностью доказана. Алиева задержали 5 июня в Венском аэропорту по делу об убийстве топ-менеджеров Нурбанка Айбара Хасенова и Жолдаса Тимралиева. Возможность экстрадиции экс-посла Казахстана в Австрии на родину, как выяснилось, даже не рассматривается. По информации адвокатов бюро «Ланский Гансгер и партнеры», которые представляют интересы вдов менеджеров Нурбанка, дело будет рассмотрено судом присяжных. Процесс будет открытым. Первое судебное заседание может состояться в начале 2015 года. Если Алиева признают виновным, минимальное наказание, которое он сможет получить, 20 лет. Сейчас задержанный находится в госпитале тюрьмы Йозефштадт. Известно, что вместе с ним за решеткой находятся его сообщники Альнур Мусаев и Вадим Кошляк. 20 июня суд Вены рассмотрит вопрос о продлении их срока заключения.